забрали в больницу. Друзья мои, всем добрый день. Нахожусь снова в юстиции. Наверное, это мой второй домашний адрес. Я так постоянно здесь что-то делаю. Вот хочу вам показать. Посмотрите, настоящий Дубай. Я вообще в шоке. Посмотрите, Рамада Плаза. Вот это такой красивый дом. Все стеклами у нас, стеклами. Внешняя сторона. Я не знаю, как сказать. Вот. Видите, везде стекла, поэтому так красиво. Так, вот это тоже какой-то дом. Вот это тоже какой-то интересный дом. А вот это, видите, даже прочитать не знаю как. Но не важно, смотрите, какой классный. Блин, растут как грибы. Дубай. А это Орби. Смотрите, а это юстиция министерства. Идем туда. А это моя внучечка Мари, которая наконец-то показала вам. Мы сейчас ходили к зубному, и ей почистили зубочки. Бабуля же делает зубки, и внучечки свои делают зубочки. Вот она у меня такая большая девочка. У нас, посмотрите, как холодно. Мы знаете что, мы пошли к зубному, я вышла вот как есть. Вот смотрите, в спортивном, не накрашено ничего. И тут мне пришло письмо, и даже грузинка его не могла понять, приказ. Поэтому мы сейчас решили, какие есть, пешком пришли в Министерство юстиции. Смотрите, какая красота. Это Батуми. Это Батуми. Говорю вам, как Дубай. О, Боже! Какой высокий дом. Такая красота. Были фиатлары, телефоны 789-750-1540. Вот такие цены. На технику. Так, пылесос 1000-1300. Есть и по 350. $379. 500. Хоть знать цены, да? Какие? А? Телефоны? Сейчас посмотрим телефоны. 214. Samsung. Какой-то. 318. Так, посмотрим вот эти лактопы маленькие за 500. Это мое. 1000. Вот такие, друзья, мои цены на ноутбуки. А мне интересны телефоны. Такой телевизор я хочу купить маме. Газ 1500. Подним. 540.
Видите, тут и электрическая, и такая. 540 тоже есть. Видите, как выглядит. Электрическая полностью 700. Здесь как мало все стоит. 775 вот это вот. Android 10. Там где вот? Nokia даже есть. 105. Бабуля же такой, да? А купишь это Nokia? А вот iPhone. iPhone 11, 1470. iPhone 11, 1400. iPhone 13. iPhone 13 HKM. О, ночь. 2181. 2181. 14 есть iPhone? Вот, да, Ашкин. iPhone on board. Букадар. Смотрите, друзья, 3000, короче. А, Pro Max, вот. iPhone 14 Pro Max. Так, а здесь я посмотрим цены Galaxy. 1000. 1200, это какой? Galaxy A54. $1500, вот это, наверное, самый последний. Такие цены. Сюда. Покажу вам грузинских учеников. Лицей здесь, вот такая школа, лицей, ну, естественно, платная. Вот такие вот там детки. Это наши дома. Улица Грибоедова. Подойдем к маркету и покажу вам, что здесь продается. О, здесь грибочки тоже такие продаются. Но цены не написаны. Фрукты, грибочки такие. А это ежевика и малина появилась. 60 лар. А это ежевика. Черешня. Смотрите, какое разнообразие. Черешни разного вида и клубники. Завалено все. Да, здесь базара нет. Вот так вот продают. Малина. Малина 60 лар. Малинка. А, грибочки. Все есть. Здесь клубничка. Какая хотите. Цены не написаны. Клубничка. Ой, глаза разбегаются. Здесь такие цветочки. Всем добрый вечер, друзья мои. Мы с моими внуками вышли погулять. Это Мари. А ну-ка, это Ирмочка. А тут Деми. Вы знаете, они вместе со мной сделали йогу. А это Деми. Поздоровайся. Беззубый Деми. Я тоже беззубая. Так классно. Мы здесь гуляем в парке. И Ирмочка безумная, да. Но вы их много увидите в моих видео. Только вам терпение всех их смотреть. Столько людей много. Вечером тут тоже. Когда мы дома сидели, нам показалось так холодно, так холодно. Вот, в Пионерский парк я вам показывала до этого. Такой красивый, вам очень нравится. Много зелени. Знаете, почему здесь? Потому что здесь постоянно дожди. Вот, качели вечером. Но мы с детьми 10 тысяч шагов, смотрите.
Пиво, да? Я вообще не пила здесь ни пива, ничего, как приехала. Так вкусно, они все пьют. Мой Ашкен приедет, мы будем с ним пить пиво. О, собака побежала. Пельмени. Вышли погулять с детками. Так круто. А где они? Ну, покажу их. Мари! Мари! Ой! Вот мои детки. Шапочку, жарко тебе с шапочки. Давай, снимайте шапки. Так много зелени, да? Пошла бабуля покурить. Парк. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.